Хорошо. Оставили руки, да, на бедра, отметили бедра и спокойно раскручиваем, да? Гладим. Раз, два, раз, два. Забедренные суставы. Три, четыре. Раз, два, три. И обратно в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Спокойно, точно вокруг тазобедренные. Раз, два, три, четыре. Зафиксировали руки на суставчиках и вправо-влево два шага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держим руки на суставах. Раз, два, три, четыре. 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 Хорошо. Спокойно руки вокруг себя. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь, да, одна рука идет на плечо, другая сзади на грудную клетку, да. И раз, чуть-чуть снизу, два, колени включили, три, небольшое приседание, четыре, и пять, и мягкий разворот, шесть, да, семь, да, почувствовать плечо, почувствовать грудную клетку. Спереди рука сгибается и сзади, да? Сзади тоже. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Замечательно. Походи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да? Теперь первое, с чего мы начнем, это с удлинения поясничной области. Да? Одну руку на хвостик. Копчик, то бишь, да, другую, да, на низ живота. И мягко, да, ноги на ширину плеч. И мягко, мягко сгибая колени, да, на выдохе, чуть-чуть опустим хвостик. Выдох, вдох, выдох, вдох. Да, копчик опускается, а животик устремляется вверх, да. И в этом ему помогает рука, да, раз, да. А сзади рука едет вниз. Копчик как бы подворачивается, да, подворачивается копчик. И раз. Достаточно. Поменяйте руки. А теперь мы будем делать на вдохе. На вдохе уже без опускания вниз, да, но колени остаются мягкими. Мы просто разворачиваем только таз, да, и подтягиваем, не забудьте про сфинктеры. И вдох, и выдох, да, мы сфинктеры, да, и вдох. И выдох. Все то же самое, да? Хвостик опускается, животик поднимается, мы делаем мягкий вдох и чувствуем, как работают сфинктеры, да? Подтягивается все вверх, а сзади вниз, да? Копчик опускается, а животик... Еще раз. Вдох и выдох. Все, хорошо. Руки, пожалуйста, немножко расслабим, да? Плечи. И раз, и два, и три. Руки, плеточки висят, да, и плечи мягко назад. И раз, и два, и раз, и два. И вот такой волной, волной. Раз, два. Старайтесь работать лопатками. Лопатка, плечо, ключица. Лопатка, плечо, ключица. Назад, 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 назад. Назад, назад, а не руками, не вращаемся. Ничего. О, хорошо, все, походи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Ну и давайте сядем. Садитесь, пожалуйста. Да и что еще, кабинет? Нет. А, еще. Все в порядке. Миша, а теперь просто опустите камеру да. На стол. Да. Хорошо. Сели, да? И немножечко разогреемся, да? Как обычно. Раз, два, четыре, раз, два, три,
четыре, пробежались, три, четыре, мягко похлопываем, три, четыре, раз, два, 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 три, четыре. Хорошо. Положили руки на колени, да, зафиксировали. И потихонечку раскручиваем стопы. Пятки на месте, колени на месте, а стопы разворачиваются вправо-влево. Раз, два, раз, два. Мягко, спокойно. Три, четыре, раз, два. Три, четыре, раз, два. Три, четыре, раз, два. Три, четыре, раз, два. Три, четыре. И подойдем сбоку. Три, четыре, раз, два. Четыре, сбоку. Два, три, четыре, раз, два. Четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Хорошо. Сидим удобно на передней части стула. Чуть-чуть выдвинули одну ногу вперед, с той, с которой вы будете работать. Неважно, правая, левая, все равно, да? И мы начинаем с пальцев, да? Мягко несколько раз поднимите и опустите пальцы. Только пальцы, так, чтобы подушечка осталась на полу. Пальцы. Пальцы на одной ноге, та, которая у вас стоит спереди, да? Мягко поднимаем, опускаем пальцы. Проверили, да? Получается. Поднимаем пальцы, теперь поднимаем всю стопу. Опускаем пальцы, опускаем всю стопу. Поднимаем пальцы. Сразу обращайте внимание, чтобы подушечка осталась на полу. Поднимаем, да, стопу. Опускаем пальцы, как бы под себя поджимаем, да? И опускаем всю стопу. Продолжаем. Пальцы, стопа. Пальцы, стопа. Поднять пальцы, поднять стопу, опустить пальцы, опустить стопу, поднять пальцы, поднять стопу, опустить пальцы, опустить стопу, поднять пальцы, поднять стопу, опустить пальцы, опустить стопу, пальцы, стопа, пальцы, стопа. Хорошо, отдохнем. Пожалуйста, сели ровненько и походим. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, просто ходим, три, четыре, мягко, свободно, три, четыре, раз, два, три, четыре. Опять возвращаемся к этой же ноге, да, с этой же ноги, с которой мы работали, будем делать обратную ситуацию. Мы сначала будем поджимать пальцы, да, я их поджимаю, помните, куриная лапка, да, потом поднимаю, потом выпрямляю, отпускаю, да, и вниз. Понятно, да? Опять. Поджали пальцы, подняли стопу. Выпрямили пальцы, опустили стопу. Поджали, подняли, выпустили, опустили. Поджать, поднять, выпрямить, опустить. Поджать, поднять, выпрямить, опустить. Поджать, поднять, выпрямить, опустить. Поджать, поднять, выпрямить, опустить. Замечательно. Сели опять ровненько. И опять проверяем ходьбой. Раз, два, раз, два. И чувствуем, какие изменения произошли с этой стороны. Сразу ощущается. Что ощущается? Легенько. А? Легенько. Прекрасное слово, да? С этой стороны какая-то легкость, да? Не поддающаяся описанию, да? Обратите внимание, улучшился разворот плеча в эту сторону, да? Стопа влияет на разворот вашей лопатки, да? Обратите внимание, насколько удлинилась шея с этой стороны. Это сразу чувствуется, да? Что как будто с этой стороны шея стала к ней. Почему? Плечо опустилось. Раз, два, раз, два. А? Раз. Хорошо, пауза. Раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, да? И немножко похлопаем вот здесь сзади, да? Между грудной клеткой и тазом, да? По мягким местам, только нежно, там почки, ну, чтобы немножко разрядить поясничную область. Вот так. Хорошо, все, и мы проходим все то же самое с другой ноги. Теперь другая нога чуть-чуть впереди. И начинаем работать, да? Поднять пальцы, поднять стопу, поджать пальцы, опустить стопу, пальцы, стопа, пальцы, стопа, пальцы, стопа. Пальцы, стопа, не забываем дышать спокойно, равномерно, да? Пальчики, стопы, пальцы, стопы. Сначала пальцы поднять, проверить, что у вас поднят пальчик. Пальцы, да? Теперь поднимите всю стопу, теперь опустите пальцы, да? Опять куриная лапка, и опустите стопу. Пальцы, стопа, пальцы, стопа, пальцы, стопа, пальцы, стопа. Хорошо. Пауза. Теперь обратная, да, ситуация, когда мы начинаем с поджатия пальцев, да,
сократить пальчики, да, на полу, не в воздухе, а на полу. Вы должны как бы скрести по полу, да? Собрали пальцы в кучу, в кулачок, подняли этот кулачок, выпрямили и опустили. Кулачок собрать, поднять, расправить и опустить. Кулачок поднять, расправить и опустить. Кулачок поднять, расправить и опустить. Сначала сжать, потом поднять, потом расправить и опустить. Сжать, поднять, расправить и опустить. Хорошо. Опять выровняли ножки на удивление. Ходьба. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мягко, свободно. Три, четыре. Грудная клетка крутится. Раз, два, раз, два. Дыхание. Раз, два, три, четыре. Улыбнулись. Три, четыре. Улыбнулись. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Погладили свои колени. Хорошо. И немножечко, да, спина. Чувствую, что спина перенапряглась, да. Поэтому, да, у нас есть прекрасное упражнение для освобождения, да, нижней части спины. Опять ставим одну ногу вперед, чуть-чуть, неважно какую, да. Ставим руку под ягодицу, да. И спокойно с помощью руки чуть-чуть переносим ягодичку вперед, а потом назад. И раз, и два. Мягко делая шаг вперед. Шаг назад, шаг вперед, шаг назад, с помощью руки, с помощью руки. Отлично. И раз, и два, и три, и четыре. Очень хорошо. Обратите внимание, что когда вы сейчас сидите, у вас даже ощущение в ягодицах разное. Чувствуете? Да. Меняем, пожалуйста, другая рука. Под ягодицу, да, нога чуть-чуть выдвигается вперед, чуть-чуть, и вынесли, и унесли, и вперед, и назад, и как будто делаете шаг, и возвращаетесь, и раз, и два, рука помогает, да, да, ничего не надо тянуть, легко и свободно дышать, дышать, и раз, и два. Все. Ну, сели ровненько. И походили. И топаем. Раз, два, три, четыре. Топаем. Топаем. Раз, два, три, четыре. Топаем. Топаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну и паузу дадим для наших наклонов, да, разворот у нас, да. Рука опускается вниз, другая рука на почке идет сзади, да. Не забудьте, да, опустить ухо к полу, вы прислушиваетесь, да. Ухо к полу, вдохнули и на длинном выдохе поехали. Руки с внутренней стороны ноги скользят, да. С внутренней стороны руки, обратите внимание, да. Руки с внутренней стороны, да, нос на грудине, да, нос сопровождает грудину, не забудьте. Да, спокойно, мягкий разворот и наклон. На длинном-длинном выдохе, да, на длинном-длинном выдохе. И последний раз на длинном выдохе. Все, Миша. Thank you.